Киркоров поставил домработнице Люсе ультиматум. Поп-король не хочет, чтобы Людмила Доротных о нем больше говорила. Откровение легендарной домработницы Люси, обслуживавшей в свое время Пугачева и Киркорова, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Людмила Доротного в конце года призналась. Филипп попросил ее на выход. И это после 25 лет службы верой и правдой. В результате из роскошных хором Киркорова в центре Москвы она съехала в небольшую однокомнатную квартирку в Марьино, где и коротает последние дни. Люся прямо не говорит, но косвенно намекает, из дома Киркорова она ушла неспроста. «У меня пенсионный возраст, мне почти 80 лет», – объяснила Люся в шоу «Звезды сошлись». «Хочу собой заняться, может ему кто-то что-то нашептал на меня». Кому-то надо было в дом его зайти. Знаю только, что Филиппа я люблю. Для меня он как ребенок всегда был. Просто с этим коронавирусом все какие-то нервные стали. Сам Филипп тоже не говорит, почему расстался с Люсей, но заявляет, что обидно на него держать не может, так как он дал ей хорошее выходное пособие, которого ей хватит на 10 лет безбедной жизни. Впрочем, в тусовке болтают, что откровения бывшей домработницы ему сильно не понравились. Он разгневался и через других работников поставил ей ультиматум, чтобы та прекратила ходить по телешоу. Мол, пусть лучше молчит. Бывшая домработница послушалась. Теперь о звездном работодателе она боится произнести даже слово.